Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. Ну что, Джо, ты готов? Так, что здесь у нас такое? Опачки. Черепашка. Нам нужно до нее сегодня добраться. Так, вот этот уровень я прошел. Защитить яйца, короче, этих куриц. И вот у нас, ребята, 19 левел. Надеюсь, у нас все будет тип-топ. Наводнение. Так, комар, вали нафиг. Так, уточки. Ну, давай ты быстрее, господи. Есть контакт. Так, москиты. Да ты заколебал заплевывать там, а? Так, бросаем, бросаем динамит. Окей. Патроны, друзья мои, тут самое главное следить за патронами. Ну и, естественно, использовать динамит по назначению. Последняя волна. Ну куда ты бежишь, старая ты тортила, а? К ногтю всех, всех к ногтю, ребят. Вот видишь, смотри. Смотри, проблема в чем. Я тютелька в тютельку уложился. Буквально патрон в патрон. Было бы неприятно, если бы я свалился здесь, согласись. Так, и что в итоге? Идеальная победа. Так, открываем сундук. Монетки. Так, ну, выпадает сварщик и волосач. Чётенько. Ну что, а мы с тобой переходим на следующий этап. 20-й. Погнали. Фью. Бомбезно. Сложный уровень написано. Выдра, монстр. Блин, вот тебя только не хватало здесь. Со своими бомбочками, да? Давай, 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 давай. Так. Да куда ж ты подходишь-то, а? Дай-ка, наверное, сделаю так и вот так. Нет, ты посмотри, она не угомонится, а? Это выдра. Ага. Ты смотри, а? Ёк-макарёк, да ну. Я не сдамся, ребята, я не сдамся. Я должен выиграть. И есть. Да, не на 3 звезды, конечно, но тем не менее. Тут не звезды, тут 3 светлячка. Смотрим. Так. Да. Да-да-да-да-да, я так и понял. Ладно, но главное, что он пройден. Так, 15 монет, тормоз Джо и сварщик. Сварщик, по-моему, у нас может прокачаться, да, если я не ошибаюсь. Может или нет? Конечно, может. Ну что, давай ему поднимем уровень. Досмеялся. Так, у нас у Джо очень мало энергии, поэтому нам, наверное, придется взять сварщика. А лучше волосыча. О, так мы с тобой уже перешли на вторую главу. Вот оно как. Незаметненько так. Но ни конца, ни края. Вот чё, чё мне нравится, ребята, вот у волосыча. Один раз нажал, и он бомбит без остановки. Ну давай ты, господи. Ё-моё, они слишком близко подходят. Давай, давай, отлично. Вырубили крокодила. Еще одного. Так, стопы. Забрасываем, забрасываем, пускай горят там.
Это последняя же волна? Последняя. Патронов хватает? Вроде как хватает. Закидываем. Да, нам вполне этого хватит. Ну, волосач, ты крут. Крут, ничего не поспоришь. По-моему, идеальное прохождение. Ну-ка, покажите мне статистику. Идеально, идеально, идеально. Вот об этом я тебе и говорил. Волосач, он крутой. Так, серия побед. Монетки. Тормоз Джо и опять же волосач. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Слушай, наверное, нам надо все-таки взять сварщика. Но не факт, что именно за него мы пройдем. Мир жесток. Да. Ах, ты аркебузник, ты несчастный. Да горите вы там в аду. Давай, 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 родной. Впариваем по самую сурепку. Ты смотри, а. Патрончик, а, это лечилка была. Это была лечилка. Вот тут уже патрончики. Коктейль Молотова забрасываем, конечно, пускай горят там. А чё они так быстро тухнут? Я на это не подписывался. Куда ты разогнался, тортила? Изи. Поехали. Веточку успели, главное, подобрать. Кто там стреляет, я не могу понять. А-а-а, это старые крысы болотные, да? Есть контакт. Пошла прочь. Да, не на три светлячка, но главное, что прошли. Главное, что прошли. Сварочек свою отработал. Дайте мне нового героя, пожалуйста. Ну дайте мне нового героя. Тормоз Джо, сварщик и... Четыре кристалла дали. Тоже, кстати, неплохо. Ну так, двигаемся дальше тогда. 23 уровень. Но я по-любому сегодня возьму вот этот вот черепаший домик. Из пещеры в болото. Сложный уровень, кстати. Да ёп, красоты. Чёрт подери. Твою налево, ты посмотри. Давай их поджигать. Валим, 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 валим. Слушай, ну слишком ли тут много этих чуваков? Нам главное, чтобы у нас не закончились патроны. Ну! Есть. Отлично. Готовченко. И последняя волна. Жгем. Да ну хорош, что тут подлетать-то ко мне. Я еще мухи. Все, справились. Но, ребята, был на грани. На грани проигрыша. Фух, сварщик молодец, не подвел меня. Блин, ну он, конечно, со своего автомата. 23 уровень. Да, сфейлились только лишь по здоровью. Но, что нам тут выпадет? Так, деньги. Волосач прокачка. Оу, Пейпер. Новый персонаж, ну наконец-то, ребята. Новый персонаж у нас в копилочке. Но пока не прокачан, к сожалению. Так, давай мы с тобой волосача прокачаем. Угу. Такой культурный. И Пейпер улучшить.
Да, раньше такого не было прикола. Ну что, возьмем, наверное... Нет, нет, не будем. Или возьмем. Давай возьмем, сыграем за нее. Насколько я помню, она строчит тостерами. И причем довольно быстро она строчит ими. Сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Окей. Слушай, а тостеры что поджигают? А, так они еще и поджигают. Ух. Слушай, это найс. То, что мы с тобой можем поджигать врагов, это вообще круто. У нас, правда, заканчивается очень быстро. Слушай, снаряды очень быстро заканчиваются у Пейпер. Вот что я тебе хочу сказать. Вот сиди теперь и думай, стоит ли за нее играть. Слишком быстро заканчиваются. Угу. Как бы и плюс, и минус. Всего одного этого получили светлячка. Серия побед. Так, опять волосач. И тормоз Джо. Кстати, за тормоза надо поиграть нам сегодня. Ага. А вот и домик, друзья мои. Ну-ка, где мой там? Не, за волосача хочу. Мы его к тому же прокачали с тобой, да, на один уровень. Продержись 60 секунд. Оу, выживут сильнейшие. Блин, это жесткий уровень, ребят. Так, гранату. Так, ну, бобер, блин. Гранату. Отлично, 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 идем. Главное не забывать подбирать вот этих уточек. Ну, естественно, не забывать бросать гранаты. Так, у нас мало патронов, ребята. Очень мало. Прям до охренения как мало. Есть. Три последних патрона у меня оставалось, ты прикинь. Но мы, главное, продержались с тобой 60 секунд. Норм. Фейл. Норм. Ну что же, а мы с тобой сейчас откроем супер сундук, по идее. 10 монет. Тормоз Джо, волосач. 4 кристалла. А как же черепаший домик? А вот и он. Так, монетки. Сварной. Пейпер. И волосач. Никто там у нас уровень не хочет получить? Нет, никто не хочет. 26 уровень, друзья мои. Погнали. Оказывается, монстры существуют. Ух ты! Да хорош, прям из-под носа лазит, прикинь. Так, я напряжен, ребята, до предела. До охренения, как напряжен. Потому что тут что-то меня колбасит. Волосач, жми, жми, жми. Нате, гаденыши. По гранате каждому. Так, здоровья маловато, да? Здоровья маловато будет. Расчищаем путь. Сюда все забрасываем сюда, ребят. Посмотри, что получается. Есть. Это повезло, что он сгорел. Ребята, я на нуле, я обсох. Понимаешь? И обсох, и мало того, что в жизни, ты видел, сколько было? Буквально два раза плюнуть, и все. Очень сложно. По сравнению с демкой, которую мы вначале играли, и что сейчас творится, это небо и земля. Так, Пейпер у нас прокачается, да? Получается. Это круто. Мы можем поднять уровень, это получается третий будет. Где же ты у нас, Пейпер? Вот она. Конечно, улучшим. Но неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Она, к тому же, легендарка. Угу.
Так, ну что, где мой старый друг Джо? 27 уровень. Погнали. Вперед, вперед, вперед. Гоу, 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 да? Опять эти аркебузы, блин. Да нате вам, паршивцы вы несчастные. Ага. Выкусили пороху. Куда ты бежишь, тортила несчастная? Ребят, последний патрон. Смотри, я опять уложился тютелька в тютельку. Ну вот как так можно, ребята, а? Без запаса вообще ноль. По запасу ноль просто. Фух, отлично. Три светлячка, то есть идеальная победа, да, была? Серия побед, 13 монет, пейпер и сварщик. Что у нас там дальше идет? Давай смотреть. Ух ты, это же скунсы, да? По-моему, да. Маленький вонючка. Скунс, монстр. Сам так лично с прищепкой идет на носу, да? Ну... Да ёк-макарёк. Давай, 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 пока они там оглушенные. Фух, так, здесь справились. Ну, забрасываем, забрасываем. Ты смотри, что творит, а? Ты заколебал уже своим вонью своей портить мне тут все. Каким еще звуком выдает там джазу. Так, ну что, главное прошли, ребята. Скунсы противные. Мы по здоровью с тобой не получаем светлячков. Ну, естественно, ребята, они меня всего там запердели. Моего Джо. Так, 13 монет, карточка на сварщика и на Джо. 28 уровень у нас пройден. Ну что, давай смотреть дальше. 20... Блин, защитить куриц. Ты серьезно? Ну что, волосач, надеюсь, ты меня не подведешь. С этими курицами, блин. Так, три в ряд. Ну давай. Надеюсь, получится. Цыплят по осени считают. Ну давай, 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 давай. Да хорош. Уже курицу бомбят. Отвалить от моей курицы, гады. Пора их бомбашить тут. Ну, Джо, давай. Уничтожат они меня сейчас, да? Одну курицу бомбанут. Да, так оно и получается. Вот уж шлепки, а. Еще вторую съедите сейчас. А че так быстро-то? Я в шоке, ребята. Вообще расфигачили две курочки вот эти вот. Волосач, ты меня подвел. Ты меня подвел. Не получишь сегодня никаких конфет. Все. И бритвенного станка ты не увидишь еще 100 лет. Вот что я тебе скажу. Так, ну что, серия побед. Монетки 11. Сварщик 4 карточки. И волосач 1 карточка.
30 уровень у нас сейчас будет, да? Кругленький, так скажем. Волосача нету, да? Так, и на Джо нету. Пейпер есть. Два сердечка, то есть еще две энергии. Унесенные ветром. Давай, 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 давай. В поливку. Ох, замечательно. Видишь, как они горят? Четенько. Комарики на воздушном шарике. Гранаты. Да ты будешь стрелять-то сегодня или нет, блин? Давай. Поливаем. Нашими горячими тостами. Так, 100 еще есть, да, у меня зарядиков. Окей. Сгори. Вот так вот. Так, ну что, москиты? Ну, великолепно. Глушим. Блин, сколько раз хотел уже поставить эту кнопку гранат на отдельную, чтобы не брать вот отсюда, а просто нажал уже, да, на кнопочку и бросил. В общем, пейпер очень круто. Тут не поспоришь, ребята. На данном этапе ей очень круто играть. Ну что же, мы двигаемся дальше. Угу, и волосач. Но самый крутой, насколько я помню, это дед, да, с фейерверками. Так, а что это у нас тут? Черепочек. Это сложный уровень, насколько я помню, означает, да? Опасные деньки. Суперсложный уровень. Прям, блин, суперсложный даже. Скунс, вали. Так, давай-ка так сделаем. Да чтоб тебе. Давай, пейпер. Так, мне не нравится, что вот там он идет. Так, патроны-то кончаются. Фух, последняя волна. Готовы. Бросаем. Твою налево, а у меня остается. У меня фигня остается-то, кстати. Вон того надо валить. Есть! Опять в ноль. Ребята, опять в ноль мы вышли. Но главное, выиграли. Это был суперсложный уровень. Фью. И мы его прошли. Почти идеально, почти. Ну что же, переходим. Оу, подожди секунду. Серия побед. 35 монет. Тормоз Джо, сим-карточек Пейпер. И сварной. Плюс 7 гемов. Вот это награда, вот это я понимаю. Кстати, Пейпер, по-моему, у нас может прокачаться еще на один левел. Точно. Может. И, естественно, я ее прокачивать буду. Нормуль, очень даже круто. Ну что, ребята, 32 этап. Погнали. Ни конца, ни края. Да уж, этим гаденышем точно будет ни конца, ни края. Да вгорите вы уже там. Есть. Че, последняя волна? Че так быстро? Не, я только за, что так быстро. Да, блин, ты стрелять будешь, Пейпер, блин. Сидит, тупит там что-то, блин. Бесит меня вот это вот. Все, доигрались, да?
На тебе. Все слил. Ну, прошли главное. Блин, все слил, все патроны. Даже все гранаты, которые у нас были накоплены. Все, ребята, пошло коту под хвост. Обидно. Ну. Так, монетки. Пейпер. Ну и сварщик. Фьюх. Давай смотреть, что у нас там. Блин, это мухи, по-моему, которые будут поедать мои гранаты, если я не ошибаюсь, да? Ой, как же мне с ними встречаться-то не хочется, а придется. Ну что, возьмем, наверное, тормоза Джо на 33 уровень. Надеюсь, он меня не подведет. Мир жесток. Согласен. Угу, бобры. Бобрики. Бросаем. Гостиница, так сказать. Последняя волна. Ну. Вот и все, ребята. Тут с запасиком у нас в 10 патронов. Все очень даже круто. И мы двигаемся с тобой дальше. Только толку от этой копилки. Она у нас полная, но ее нужно покупать за 400 почти рублей. Кстати, скоро прокачаются эти два персонажа. Буквально там по 3 карточки на каждого, и все будет тип-топ. Ах ты, муха ты несчастная. Да-да, ребята, сейчас прибавится проблемы у нас. Потому что муха будет, которая... Слушай, я не помню точно, по-моему, она, да? Хватает эти гранаты и улетает. Ах ты, тихо. Волосач, на твою долю вышло отбиваться от этих злобных мух. Голод. Муха. Монстр. Что-то еще там бубнит. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что ж там... Ты смотри, что она сделала. Она взяла силу мою гранату, ребят. И улетела. Вот так вот она поступила со мной. Несправедливо. По-моему, я в минус пойду сейчас. Такая там еще бубнит что-то. Все, поехали. Пока мухи нету. Окей. Зачем я так сделал? Ну ведь видел же, что летит. Ай-яй-яй, все, ребят, фейл. Придется покупать. 9 геймов я на это слил. Ты представляешь? Чтобы пройти этот уровень, 9 геймов. 9 кристаллов. Коту под хвост. Вот так вот. Зато идеальные прошли. Ну-ка. Пейпер. И сварной. Недостаточно. Недостаточно мне карточек дают. Так, тут по нулям. Ну что, остается только сварной у меня. Эх, сварной, сварной. Как же мне быть-то? Ты не особо хорош, конечно, здесь. Не особо. Очередной день на болоте. Ну давай. У нас все равно выбор не особо велик. Так, скунцы, фигунцы. Так, муха, вали от меня. Вы заколебали, а.
муха, ты вали отсюда. Пока нету, давай хотя бы коктейль молотого побросаем. Отбился. Ну, со здоровьем беда. Так, мухи, 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 мухи. В расход. Смотри, что делает, а? Ну. Есть. Ребята, иду в минус, по-моему. И что? Ну, вот так вот приходится. Нет, сварной это, конечно, вообще не дело. Вот так вот взять просто. Там 9 гемов слили, здесь 7. И в итоге остаемся вообще без гемов. Так, супер сундук. Что же нам выпадет? Так, пейпер. Да, друзья мои, нам выпадает Фрости. Это новый персонаж, плюс 3 кристалла. Ну, Фрости, как тебе сказать? Он замораживает. Да, друзья мои, он замораживает. Ну, чтобы прям ах и ох, я бы, наверное, не сказал бы. Хотя его, может быть, изменили немножко. Кто знает. Ну что, берем Джо и проходим с тобой. Блин, а тут-то что у нас? Опять курицы? Нет, продержаться 60 секунд. Да-да-да. Ну что, сейчас рванет. У кого только... А, ей можно взрывать. Эту шахту, трубу можно взорвать, ребят. Вот и все. Больше тут ничего не рванет. Рванет у них только пукан, если это максимум. Фига они тут раздухарились-то, эй. Муха это еще навозная, а? Бесит. Точнее не муха, а как вот там, москит. У меня 13 патронов осталось, ребят. Всего лишь-то. Забрасываем. Еще разок. Ну вот, хватило. Победушка. Двигаемся дальше. Ну, Джо молодец. Он самый, кстати, прокачан у нас из всех, вроде бы. Это можно не показывать мне. Вашу свинку-копилку. Так, 10 монет. Волосач прокачивается. И Джо, по-моему, тоже прокачивается. Так, смотрим по уровню. Точно. Джо получает 6-й левел. Опа. Наконец-то. Кузнец Рой, помощник. Ну вот, долго я его ждал. Теперь хоть поможет мне. И волосач. Где он у нас? Вот он. Он получает лишь только 5-й уровень. Но это тоже неплохо. Ну что, друзья, где наш... Блин, у тормоза Джо, к сожалению, нету сердечек. Поехали, Пайпер, не подведи меня. Продержись 60 секунд. Как скажете. Ну? Зажигай, поджигай там их всех к ядрени фени. Ни одному не пропустим, да? Ага, не пропустим, уже пропустил. Пока не оглушенный. В плане. Как так, друзья мои? У меня уже закончилось. Как думаешь, успеем с тобой 10 секунд простоять? Мне кажется, нет. Или успеем? 5, 4, 3, 2, 1. Пока, засранцы. Фух.
Ты сам все видел. Да, там даже в минус как-то умудрились зайти. По светлячкам. Так, ну что? Фрусти и волосач. Пейпер хороша, но почему-то здесь не хватило у нее снарядов. Не знаю, что с этим делать. 38 уровень. Подожди, берем с тобой. Ох ты, волосач. Давай, погнали. Бойся, бойся как можно сильнее. Я подбил. Да господи, опять ты со своей вонючкой. Давай, 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 родной мой. Наяривай. Сколько там? 35 патронов у тебя, да, осталось? Не очень много, если честно. Я бы сказал, даже вообще не очень много. По-моему, сейчас сфейлимся, ребята. Уже сфейлились. Да. Вот и все. Вот и приплыли. Вот как ты здесь будешь проходить, а? Не сдавайся. Выйти, ё-моё, не сдавайся. У меня есть выбор. Блин, ну этот уровень надо как-то пройти. Тут же вот черепаший домик рядом. Может нам попробовать Фрусти взять? Второго уровня Фрусти? Ну, не знаю, так себе. Ну, попробуем. Может быть просто... Сейчас проверим. Я уже не помню, что у него... А, у него граната, по-моему, замораживает, да? Так, муха. Пошла прочь. Нет, не готова. Все. Ну-ка, звезданем. Я тебя сейчас попержу там. Бросай. И... Да быть такого не может, ё-моё. Все потратил, все, что у меня было нажито непосильным трудом, все слил. Но зато прошли этот уровень. Окей. Так, монеты, Фрусти и Пейпер. Фрусти мы можем с тобой прокачать, да? На один уровень. 29 монет. Тормоз Джо. Дядя Волосыч и Сварщик. Награда. Так, давай-ка мы тебя прокачаем, бро. Вот так вот. Твою налево, опять курицы. Интересно, Фрусти справится? Мне кажется, вряд ли. Защити куриц. Ценная стая. Но... Мне иногда кажется, пускай они жрут или куриц к чертовой бабушке. Куда стреляю, не вижу вообще.
А если мы куриц всех потеряем, что будет? Сейчас узнаем, что будет. Наверное, проиграем. Ты прикинь? Если мы куриц потеряем, то мы проигрываем. Вот так вот. Что-то не подходит этот Фрост для этого задания. Вот серьезно тебе говорю. Пейпер, может быть, взять. Что-то тоже как-то не особо уверен, что зайдет. Но попытаемся. Да, я понял. Ну, где вы там? Ну, давай, 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 жги. Окей. Так, подбили, подожгли. Забрасываем. Так, здесь норма. Здесь получилось, последняя волна. Так, комарики сгорели. Бросаем. Найс. Вот сейчас было круто. Как ты видишь, прошли. Не скажу, что было легко, но прошли. Причем с большим запасом патронов. Уровень 39, да? 9 монет и дядя Волосач. Плюс пейпер. Ну что, наверное, на сегодня последний уровень. Будет 40-й. Так, у нас есть Джо. Уровень будет сложным, очень сложным. И, кстати, третья глава будет. Енот Рокки. Я вспомнил. Я вспомнил, ребят, этих енотов. Вы заколебали, а? Давай, Джо. Не раскисай, бро. Да как тут, блин, не раскисай, когда их тут целая армада идет на меня. Не раскисай, главное, да? Ага. И рад бы не раскисать. Давай, закидываем. Динамит, динамит, ребята, кончается. Ой, динамит. Есть. Фух. На последнем патроне. Фью. Вот такие, ребята, битвы у нас. Нешуточные на самом деле. Так, серия побед. 15 монет, плюс сварной и тормоз Джо. И 3 кристалла. Как-то так. И мы с тобой переходим на третью главу. Сколько этих глав еще будет? Да, друзья мои, тут, насколько я помню, будет босс-крокодил. Да? Ты просто посмотри, сколько здесь нам надо будет трынькать, играть. Эти коты-ниндзи тут еще будут. Слушай, а кто, интересно, там откроется у нас? Я не помню, это, по-моему, слизни какие-то. Это черви. Так, это, по-моему, белки. Я не помню, кто. Медведи. Медведи, да? Это уже 206 уровень. Босс. Подожди, 210 уровень, босс. Подожди, а разве не должно быть у нас дальше? По-моему, 300 с лишним мы с тобой насчитывали, а не 200 с лишним, да? Что-то, друзья мои, не то немножко. А где продолжение-то?
Интересно. Ладно, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.